Всем привет, вы на канале Андрей Воробей. И сегодня я буду строить маленькую лего-самоделку на тему Вторая мировая война. Как я и обещал, когда под прошлым видео наберется 3 лайка, я буду делать новую самоделку. И вот она. Она будет называться «Засада немцев». И будет в ней участвовать вот такая пушечка. Я делал ее сам. Тут, куда становятся снаряды. И рычажок. Мы поставим ее где-нибудь вот тут. Вот тут в самый раз. Теперь добавим кусты. Тут и вот тут. Теперь еще вот тут. Надо подбавить. И еще траву. Вот. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нормально. Добавим ее вот тут. Вот здесь. Тут. Тут. Вот так. Добавим еще вот эту вот травку. Куда бы ее поставить? Вот сюда. Нет, вот тут. Так, теперь добавим два стоящих у пушки. Их будет двое всего. Добавим одного тут. Он сует. Он снаряды ложит. И добавим еще одного вот тут. Типа он стреляет. Добавим еще на всякий случай пулеметчика. Может там что-нибудь случится. И вот тут его посадим в кустах. Добавим командира самого. Он с люгером. И он будет говорить, когда надо стрелять. И добавим еще одного немца, который как раз в камуфляжной форме и подходит вот для этих кустов. Добавим его где-нибудь вот тут. Вот так. Ну, в принципе, это все. Если вам понравилась моя лего-самоделка, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на меня. Всем спасибо за просмотр, всем goodbye!